Друзья, тут мне подарили очень интересную технику концентрации воли, внимания и целеустремленности. Я хочу поделиться ею с вами. У кого есть такая проблема, когда я, например, вот сегодня что-то решаю, завтра с утра вроде не хочется. Вот. Есть очень-очень простая техника, не требующая ни денег, ни затрат, в которой вы можете это тренировать. Значит, напишите, пожалуйста, прямо сейчас для себя на листочке бумаги любое время суток, которое вы ответственно выбираете сейчас. Желательно, чтобы это не время сна было. Прям возьмите листочек бумаги и напишите. Это только для вас будет. Мне это пересылать не надо. Я подожду. Написали? Теперь следующий шаг. Купите 3-4 коробка обычных спичек. И каждый день в это время, например, это 14:59 или 16:08, или, например, 9:34, в это время каждый день вы переламываете ровно по одной спичке. Если в какой-то момент вы не успели, зазевались, или вы говорите, были в метро или на ответственном совещании, вы начинаете сначала. Вы заметите, что через 60 дней ваша воля, целеустремленность и верность выбранным жизненным задачам, она будет очень такой простроенный, стройный. Как это работает, я вам не скажу. Но я уверен, что это произойдет именно так. И через 60 дней напишите мне о результатах. Я прошу вас поставить лайк под этим видео только тем людям, которые осознанно собираются этим заниматься. Вот такое простое задание хочу дать вам, потому что я внимательно мониторю свою страничку в YouTube, ВКонтакте. Я смотрю, что очень хорошо идут и пользуются спросом практические подходы и техники. Для меня слово «техники» неприменимо к душе, но если люди так называют, что можно слово «техника» применить к самодисциплине, к душе, на здоровье. Поэтому желаю вам прекрасных, ответственных, замечательных результатов и жду ваших обратных связей через 60 дней. Все.